У мужа бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко Александра обнаружилось элитное жилье и бизнес в Чехии, где он на днях получил политическое убежище. Убежище муж Юлии Тимошенко попросил сразу после этапирования в колонию. Как он сам заявил, сделал он это из-за того, что усилилось давление на Юлию Тимошенко через ее семью. При этом, в отличие от дочери адвоката Юрия Тимошенко, муж не особенно часто навещал супругу. По информации BBC, последний раз Александр Тимошенко посещал свою жену в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Она была переведена в колонию под Харьковом еще 30 декабря. Обсудим реакцию сторонников Юлии Тимошенко на действия ее мужа с нашим коллегой, директором Российско-Украинского информационного центра Олегом Бондаренко. Он с нами на прямой связи из Киева. Олег, приветствуем. Вы слышите нас? Да, слушаю. Добрый вечер. Как восприняли в Киеве это известие о том, что муж Юлии Тимошенко получил политическое убежище в Чехии? И как это скажется или может сказаться на судьбе самой Тимошенко? Вы знаете, это было вполне ожидаемо. Более того, после того, как нынешняя власть открыла такой сезон тюремного заключения предыдущей власти, можно смело ожидать, что следующим политического убежища в России или где-то еще будет просить супруга тогда уже бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Это будет вполне логично, закономерно, и нет ничего удивительного. Конечно, все эти чиновники обладают огромными недвижимостями за границей, имеют там двойные, тройные гражданства и так далее, и так далее. А реакции в Киеве как таковой на это особенно еще нет, потому что Киев, как и Москва, долго просыпается после новогодних праздников. И единственное, что можно сказать, что действительно Александр Тимошенко не был, так скажем, очень близким товарищем, другом Юлии Владимировны Тимошенко, исполнял функцию мужа, но вряд ли его можно назвать каким-то ближайшим ее соратником во всех смыслах этого слова. Ну, он сам объясняет тем, что хочет снизить давление, возможно, на Юлию Тимошенко. Вот опять же, на Украине, в Киеве, как это комментируют? Или действительно просто вопрос охлаждения отношений между супругами или вообще отсутствия, как вы говорите? Кроме всего прочего, не будем копаться в их личных взаимоотношениях, кроме всего прочего, стоит отметить, что сейчас идет активный дележ, уже начался активный дележ политического наследства Юлии Владимировны. После того, как в конце декабря апелляционный суд Киева вынес решение о том, что Юлия Владимировна сидеть будет и будет сидеть столько, сколько ей сказали, то, соответственно, все поняли, что вряд ли эта ситуация может измениться в ту или иную сторону там, в ближайшие месяцы. Да? Эта ситуация уже рассчитанная на несколько лет как минимум. И внутри партии блок Юлии Тимошенко начались активные движения на тему того, кто станет следующим лидером БЮТ. Таковой, в частности, пробовалась дочь Юлии Владимировны, Евгения Карр, которая по этому поводу вернула себе фамилию матери, Тимошенко. Она вместе с рядом соратников по блоку ездила в декабре месяце в Марсель на съезд Европейской народной партии, где были смотрины новой украинской оппозиции. По предварительным данным, эти смотрины в Европе выиграла Наталья Королевская, активная дама, моложе, значительно моложе Юлии Владимировны, депутат Верховной Рады от БЮТ, которая является одним из лидеров, скажем так, лидером одной из групп внутри блока Юлии Тимошенко. Хотя там, безусловно, есть очень много разных других лидеров. И, очевидно, Александр Тимошенко, он же не просто подал документы на и уже получил политическое убежище в Чехии. Он еще и уже подал документы на регистрацию, как ни странно звучит, батьковщины партии Юлии Тимошенко в Праге. То есть, что это будет, сказать сложно, но это дележ наследства, политического наследства Юлии Владимировны, где каждый хочет урвать свою долю, и мой прогноз, его растащит довольно скоро. А что-то угрожало Александру Тимошенко? Вряд ли. Вы знаете, официально этот был тот человек, который, находясь на Украине, постоянно говорил о том, что занимался неким аграрным бизнесом, хотя, правда, никто не знал, каким конкретно, но можно смело сказать, что Александру Тимошенко, как и многочисленным родственникам Юлии Владимировны, проживающим ныне и никуда не собирающимся эмигрировать с территории Украины, ничто не угрожало. Это чисто политический ход, связанный с необходимостью застолбить за собой
определенную часть вот того политического капитала, который был накоплен во время активной политической жизни Юлии Владимировны. Да, но почему тогда он не претендует, например, на лидерство в Батьковщине? Подождем, давайте подождем. Это не так сразу, быстро не делается. Да? И, кстати, очень многие комментаторы еще до Нового года в Киеве успели обратить внимание на то, что когда вдруг Евгения Тимошенко заявила свои амбиции на то, чтобы стать во главе блока Юлии Тимошенко, и как раз в это время умер Ким Чен Ир, и Ким Чен Ын стал его наследником, ну, в общем, некие параллели были проведены и, в общем, не в пользу идут. Скажите, Олег, а в украинской политической жизни принято комментировать такие события из-за решетки? То есть ждут от Юлии Тимошенко комментарии вот этого поступка ее мужа? Знаете, стоит отметить, что Юлия Владимировна из-за решетки, как вы абсолютно правильно заметили, вообще очень мало что-либо комментировала. Единственный раз, не так давно, опять же, в декабре, она написала открытое письмо Януковичу, где в общих формулировках написала о том, как вот она его не любит, скажем так, и что она бы хотела предпринять после того, как она выйдет из тюрьмы. Ничего конкретного. Сделала она это, видимо, по одной простой причине, потому что больше было уже молчать просто неприлично. Она села в тюрьму 5 августа и с тех пор фактически не имела никаких взаимоотношений ни со средствами массовой информации, ни с политическими союзниками, которые были бы опубличены. Это уже стало настораживать многих, потому что все-таки лидер оппозиции, которым Юлия Владимировна еще пытается себя позиционировать, даже находясь уже в колонии, а он не может молчать, он должен постоянно быть в процессе коммуникации со своими сторонниками. Этого не было, поэтому вряд ли можно рассчитывать и сейчас на реакцию ее на, соответственно, отъезд ее мужа, скажем так. Мягко говоря, я не думаю, что она была бы в восторге. Была в восторге от того, когда она узнала, что ее муж ее покинул. Спасибо. С нами на прямой связи из Киева был директор Российского украинского информационного центра Олег Бондаренко.